Привет! Сегодня я расскажу о моей комнате, часть вторая. Первая кладу батарею серии, я сделаю ее быстро, а это будет не такая. Так, начнем с двери. Дверь у меня вот такая вот, простая дверь. Тут дверь, ну вот вы знаете. Так, здесь подробно не буду рассказывать, вот так вот. Здесь такой сервизик, здесь такой вот, это ангелочек. Это не дарила подружка на день рождения, подарки на день рождения не делала. Вот там я. Всем привет. Так, киска, которую я покупала, покупочка была она у меня. Ну, здесь вот я на выпускном садике. Ну, здесь аквариум, моя рыбка. Там еще фотография. И так, короче, вот так вот она выглядит. Вот. Дальше здесь такая кровать. Здесь, вы знаете, здесь картина. Здесь матрас, как у нас. Ой, точнее. Блин. Палас, вот. А здесь как у нас линолеум. Здесь мои ножки. Вот. Здесь такой вентилятор. Здесь такой старенький телевизор. Здесь вот я. Вот так вот. Здесь всякие диски, диски с кинами, диски с играми, еще диски с играми. Там кассеты всякие. Здесь этот, здесь такой пупик. Здесь мой стол. Сейчас я на ютубе, сейчас зайду на свой канал. Ну, вот. Сейчас у меня всего лишь 3 подписчика, добавляйтесь. Ну, здесь такой мой стол. Сумка, шкафчики. Здесь вот так вот. Вот. Двор мой. Если честно, я вот на чем положу, будет на свой подоконник. Итак, здесь люстра. Вот так вот она выглядит, моя комната. Итак, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. Комментируйте. Всем пока. С вами была Вика.